Как поддержать одаренного ребенка? Стоит ли развивать дополнительное образование? Возможны ли инновации в школе? На эти и другие вопросы накануне начала учебного года ответили на районном педсовете. Его тема в этот раз – Красногвардейский район, территория успеха. Нам есть чем гордиться. Это и наши медалисты, и олимпиадники, число которых растет. И во всероссийских олимпиадах они принимают самое активное участие. Это и школы, которые входят в рейтинг комитета по образованию, в рейтинг лучших учреждений Российской Федерации. Лучших работников образования в этот день наградили серебряными нагрудными знаками и благодарственными письмами. В рамках пленарного заседания поговорили о насущном – заработной плате и стимулирующих программах. Значит, расходы бюджета в сфере образования, да, на сферу образования от бюджета района в целом за последние 10 лет увеличились в 2,5 раза. Если в 2008 году это было 2,6 миллиарда рублей или 50% от бюджета района, то в этом году это 6,68 миллиарда рублей или уже 68% от всего бюджета района. Чтобы дети были успешными, важно идти в ногу со временем и каждому ребенку находить свой подход. К такому итогу пришли учителя. К слову, материалы педсовета были выложены на файлообменник. Их можно скачать с помощью QR-кода, размещенном на программе мероприятия. Все-таки инновации в образовании – не просто слова.